«Мне бы в небо». В Василеостровском районе прошел конкурс инженеров-конструкторов будущего. В небо запускали ракеты, самолеты и аэропланы. Глеб – опытный авиаконструктор. Его первый самолет бумажный, а на этот турнир он выставил свою новейшую разработку – «Пионер-1» – аэроплан с большими крыльями. Правда, погода испытателя подвела. «Пионер-1» чувствителен к движению воздушных масс. Посмотрим, как ветер. Потому что если ветер будет дуть оттуда, и мы будем вот так взлетать, то нам будет помогать ветер. Это потому что самолеты под силой ветра будут дальше лететь. Пока Глеб мечтает о полетах в атмосфере, воспитанники районного дома детского творчества вышли за ее пределы. Их цель – космос. Ракета взлетает, делится в воздухе на ступени и приземляется. Праздник проводится в таком масштабе первый раз. Принадлежит идее Дома детского творчества на 9-й линии, всему рабочему коллективу. Каждый дополнил что-то свое, и получилось такое чудесное мероприятие. Организаторы юным авиаконструкторам за самое эффективное преодоление гравитации и победу над ветром вручили грамоту. Правда, сами авиамоделисты мечтали о пенопласте и фанере – материалах для будущих моделей.